Сила света Нави. Коэффициенты от FonBet 1.65 на Virtus Pro, 2.1 на Нави Junior. Ну, ВП, ну, как-то вроде кажется, да, что основной состав ВП должен показать себя лучше, чем Junior состав Нави. Но справедливости ради, долгое время ВП уже не являются вот тем тир-1 коллективом, о котором мы привыкли думать. Поэтому я бы здесь оценивал шансы команд как равные примерно. Учитывая, что они плюс-минус в идентичной форме, как мне кажется, подошли к этому матчу. С идентичными показателями, с идентичными результатами. Но как будто бы у ВП немножко жадновато пик, да? То есть там Медуза, там Шторм Спирит. И тому и другому герою надо фармить довольно долго. Такое же в целом можно сказать и про Сент-Кинга. Тот тоже любит. Ему и там и Даггер надо, и Бладстон надо. И еще чего-нибудь, и еще чего-нибудь. И если эта игра будет как предыдущая, где мы 80 минут смотрели за тем, как добиваются крипы, тогда это все сработает. Тогда это все сработает. Если это будет как последняя игра, которую мы наблюдали там, за 30 минут, то есть шанс не успеть нафармить, конечно. Ну и здесь основные, наверное, баталии по фарму будут, понятное дело, у Медузы с Луной. Это два персонажа, которые невероятное количество крипчиков могут добивать и очень много денег иметь. Интересно также посмотреть, как сработает здесь Нага пятой позиции против всего вот этого. Пока мы видим, что Гаджуса пробивают очень плотно. Буквально пара способностей, а уже... Ну, чуть ли не 2/3 хп было уничтожено. Еще раз так подставиться, можно и отдыхать, уехать. Нага, понятное дело, через Дзелюш играет. Деладж. Аспект, позволяющий неплохо саппортить. В мидгейме особенно, наверное, это... хорошо показывается. Там Бристлбэку что-то где-то больно. Бристлбэк страдает. Кто же будет сильнее? В итоге Айк проливает первую кровь. Дейза тоже тут можно немножко потыркать. У Дейза должен откатываться способности, и он размениваться хотя бы должен. Стиканы, тем не менее, Дейз добивает все-таки своего противника. Но Киритич должен уж тут, наверное, с Дейзом справиться. Последняя тычка буквально. Мансить. Киритич, он просто не пошел. Он просто остался фармить крипочков, да и так за елкой за это и прячется, одинокой. Может, поможет сейчас еще немножко по ЭМЭям, ну, чисто навалить Киритичу. Потому что мало-то, маны-то маловато, прямо скажем. Опа, тут еще и Сентрячок ставится. Кэмп отвести так просто не получится. В центре тоже там какая-то вакханалия происходит, очень больно мидерам. Но вроде бы расходятся они на свои куски карты. И спокойно будут лутать руны. Любопытно, что... Вот мне кажется, инвокер... Почему инвокер не берет себе практически никогда... Ну, в подавляющем большинстве случаев не берет себе бутылку. Он ведь тоже маг, который кастует постоянно всякое. Ну, ему ману он может тратить нормально, и здоровье восстанавливать ему лишним не будет. Понятное дело, что за счет сфер здоровье резается, но этого как будто не хватает при серьезных разменах. Но при этом бутылку почему-то все равно не берут. Как это работает и почему так происходит, для меня непонятно. Ну, это, наверное, потому что я лоу-скилл, поэтому и непонятно. Бэтрайдер. Второго пока левела заберет спокойно, без каких-то претензий, Лотос себе. Бристлбэк тут практически без маны. Да и здоровья тоже маловато, прямо скажем. Не здоровится Бристлбэку на этой линии. Хотя крипочков достаточное количество. Больше даже, чем у той самой Медузы, если что. Но Медуза зато не погибала и поучаствовала в драке. Такие дела. Бристо же сейчас третий левел потихонечку будет брать в центре. Опа, что это за пауза? ФПС, говорят, какие-то проблемы. Маловато. Маловато ФПС. Сквадикса тут, скорее всего, не взять.
больно глубоко. Он под вышкой. Конечно, крепочек тут есть потенциально, через которого можно пойти под эту вышку, но страшно. Не хочется лишний раз этим заниматься. Хотя у Шторм Спирита из регенов остался буквально один Фьерифайр. И ему надо как-то дожить до следующей руны. А это еще 30 секунд. Так, ветра. Хорошая. Ну, продлить больше нечем. Всю эту движуху. Успеет, кстати, бабка походу руну забрать. Я правильно понимаю, что бабка на руну пошла? Да, нет? Или Шторм ее уже лутал? Нет, бабка лутает баунти руну. Шторм в итоге вынужден на базу бежать. Вот оно что. А здесь минус Бристл Бэк. Ну, не здесь, на другой части карты. Здесь другие люди будут погибать. Минус Луна. Ридис разменивает это все дело на Бэтрайдера. Но, тем не менее, я бы сказал, что ВП все равно сильно лучше на сайд-линиях себя пока ощущают. Чего нельзя сказать о центре. Там, конечно, тяжело. Хотя вот сейчас посмотрим, получится ли как-то еще тут напрячь, может быть, Снэпфайр. А Снэпфайр с этим обвесом на Мортимера, конечно, выглядит максимально плотно. Капитальный герой такой получается. Граната просто, чтобы сбить кларетку, судя по всему. Айк, ну хочет он подсидеть эту бабку каким-то образом. А в боте, как нагло действует, Рилин, Ридис, тем не менее, должен погибнуть. Переагрить бы как-то Сантараса вышку, но не получается это сделать. В итоге есть размен. Ноутис просто выводит остальную пачку крипов. И вот он, промокодик, который многие жаждали. От фонбет уникальный, одноразовый. Не забывайте им пользоваться. Кто успел, тот и воспользовался. Собственно, его мы вводим в личном кабинете. Ставим ставку от 500 рублей на коэффициент от 1,3. И после розыгрыша ставки, независимо от того, победила она или проиграла. Хорошо завыдил, кстати, Ноутис сетку. Красавчик. Еще и руну забрал. Вы получите фрибетик. Так, ну тут втроем навалились на этого Ноутиста. Может, стеканы там какие-то есть, но хоть что-нибудь. Нет, ничего больше нет. Сэндкинг погибает. Но он довольно много отнял времени. Тут как будто бы чуть ли не пачка крипов погибла без него. Плюс ко всему, ведь не Луна забрала этот фраг. Так что для нее-то это в минус. Шторм Спирит вновь, получав на сей раз, видимо, в том числе и от крипов, вынужден на базу идти, и у него, конечно, дела максимально некомфортно. У него 6 уровня еще нет. Он, конечно, набирает себе крипов, но я предполагаю, что часть этих крипов нейтральная, а значит, за них поменьше дают. Клокверка смог Дейс развалить здесь. Годжидзус куда идет? А он реально куда идет? Ну, типа, он хотел замансить, но не пойдет же он дальше. Там, конечно, типа 7-я минута, но пока иншей никаких не пофармишь. Бристлбэк. Показывают нам его, но на самом деле тут есть дела поинтереснее. Дейс выпрыгивает. Коги не успевает вовремя сработать. Пинает Айк Кок очередной. Но Дейс уже достаточно далеко смог отойти. Ну и Клокверк даже не пошел пытаться руну взять. Так что руна будет доставаться, скорее всего, бабке и Бэтрайдеру. Я имею в виду руны мудрости, конечно. Нага Сирена. Левел 5. Кстати, у Наги все по уровню довольно бодро, учитывая ведь, что это Нага 5 позиции, а не Нага Кэрри. То 5 уровень это очень даже неплохо. Ну, приведет сейчас крипчиков, чтобы Луна могла их пофармить. Забота. Ну, она, правда, плевать хотела, кажется, на крипов, и Нага их себе выводит. Приводит крипчиков, чтобы сам мог пофармить. Ну, это вообще приятно. Настолько рано, правда, Луна ушла. У нее маска-то вообще есть? Или мом, или что у нее там есть? 42 крипа, непонятно, сколько это в золоте. Луны маска, видимо, только летит ей сейчас. Ну, что-то, во всяком случае, ей летит в курьере. Я бы и рад посмотреть на Творса. Но не могу. Не могу. Не я нажимаю эти кнопки. Бэтрайдер где-то кончился. Нику его забирает. А Луна пошла подпушивать вышку, что ли? Или чего? Или куда?
чего хочется. Так, ноутист. Алина, Луна реально пошла подпушивать вышку. Причем так нагло еще и за вышку зашла. Ничего вообще, не стесняется. God of Juice. Но, тем не менее, пока Мома нет, полноценный уход в лес, он, наверное, недоступен все-таки. В центре там пытаются повоевать каким-то образом с Шторм Спиритом. Одновременно с этим ПМА страдает очень сильно на топе. Но если Шторм все-таки выживает, уходя на остатках маны, то Бристлбэк вынужден отправляться в таверну. Бэтрайдер, левел 4. Инвокер, 8. Хорош. Будет себе делать после ПТшки. Мейдж Слэйр. Так, слышу где-то уничтожение клоков. Где-то вот где-то неподалеку произошло. Не постеснялись в него выкастовать ультимейт от Луны. И Луна внезапно оказывается в центре, помогая спушить вышку. Дальше можно через вражескую двойку отправляться на фарм. Сенкинг тут фармом уже занимается в сайд кемпе эншентов. Получается, у него в целом довольно неплохо. Вынужден, конечно, обмазываться периодически фласками всякими, но работает. Зафармлено. Что у Медузы? У Медузы планируется базовый набор артефактов, хотя я здесь не вижу диффузов. В последнее время все чаще на Медузу диффуза дисперсер делают. Да и здесь против какого-нибудь Бристлбека вообще не лишним было бы. А тут пока Ноутист пытается выкопаться и выжить, но ветра, кстати, не точные ветра. Тем не менее, Бим достает размен на Снэпфайр. Этот размен, очевидно, в плюс для ВП. В плюс для, извините, Нави. Они забирают тройку. Активные действия от них 8-6 счет. Ну и Инвокер продолжает свой фарм на центре. Нормально, кстати, получается. К нему периодически приходят, он немножко смещается. И в итоге получается, что он даже как-то и активно себя проявляет. В четырех фрагах как минимум поучаствовал. Нага Сирена хочет зайти куда-то туда, во вражескую территорию. Так как она в невидимости, можно себе позволить. Подтягивается потихоньку сюда бабка. У бабки, кстати, удивительно, шестого уровня еще нет. Хотя уже у всех есть. Ну, Медузы ультимейта нет, но это, я думаю, сознательное решение. А, возможно, Бэтрайдер еще, кстати, не шестой левел. Вряд ли он проигнорировал ультимейт. Ну, в это слабо верится. Хотя черт его знает, конечно. Нага. С ультом. Медуза. Ну да, просто игнорирует пока ультимейт. Ну, тоже я такое вроде бы не очень одобряю. Потому что, например, если сейчас Медуза погибнет, то только из-за того, что у нее ульта нету. Ну, очень тяжело здесь погибнуть. Тут лотоса 2, стиков 10. Под вышкой на нее вообще нападать не с руки. Еще и попыталась Нага отжать крипов, но, кажется, не получилось это сделать. Ну и что? Как-то дальше сплетиться по карте. Уж больно компактно здесь Нави собрались. Что-то хотят. Ну, вот они прям хотели здесь что-то сделать, но не понимаю. Что? Что они хотят? Куда вы собрались? Очень такая зачильная игра. У нас в начале были какие-то фраги, были какие-то передвижения. А сейчас вновь все скатилось в унылый фарм крипов. Я понимаю, что дота без унылого фарма крипов она не существует, к сожалению. Но иногда-то можно что-нибудь и показать. Крипчики отвелись. Можно пофармить еще больше крипчиков. Сюда деньги. Луна пока, как мы видим, опережает всех по фарму. И Медузу в первую очередь. Наверное, нам интересно как раз именно противостояние Медузы и Луны в этом показателе. Хотя тут еще между ними вклинивается Сенкинг, как раз за которым мы только что наблюдали. Ну, а Снэпчка, левел 6, где-то Бэтрайдера в очередной раз у нас развалила. Продолжается ли там драка, мы даже знать не можем. Мы ведь не знаем даже, где Бэтрайдера убили. Видим только... Возможно, просто кэрри на обсервере. Поэтому он показывает именно, как фармит крипчиков. Ну, то есть это прям... Его сюжетная арка. Досконально мы знать это, конечно, не можем. Сэнкинг. Чего у него уже есть? Пайп практически готов.
нормально, нормально. Пайп очень важен. Много довольно магического урона. Пайп поможет очень бодро. Брестлбэк хочет себе аганимчик. Ну, не будет он прям очень быстрый. Обычно минуте, наверное, на 14-й прям кайфовые аганимы. Может быть, даже чуть-чуть раньше. Здесь позже явно будет, потому что там не хватает еще более 1500. 14-я минута, она вот-вот уже. Луна левел 11, Мандастайл, БКБ и Ханда. Такой тоже стандартный для нынешней меты запак получается. По-другому никто сейчас не развивается. Ну а тут получается, что Манта Стайл как раз тебе и на сейф, и на фарм, и статов немножко. Всего раздает, чего бы и нет. Собственно, примерно похожая ситуация, наверное, будет у нас у Медузы. Она, наверное, Аганим, правда, попозже... Ой, Аганим, БКБ себе попозже возьмет. Сначала будет Манта Стайл, потом... Потом вот посмотрим. Раньше все собирали диффуза, но вот здесь, по-моему, что-то другое было в квикбай, если я правильно помню. Так что будем разбираться по ходу дела. Бристлбэк ожесточенно фармит себе Аганим всеми возможными способами. Но пока еще 500 золота где-то ему надо нарыть. Десятый левел у него также имеется. Ну и реально, команды практически не пересекаются друг с другом. Вот как карта поделена речкой, так команды и фармят. Иногда кто-то зайдет там... Вражеских иншей заберет. Но это, пожалуй, максимум того, что происходит пока на карте. В течение последних, наверное, 5-6 минут. Вначале какие-то перемещения были, драки были. Вот эти первые вышки падали. Но сейчас все вернулось на круги своя. Понятное дело, что мы ожидаем вот этих базовых маркерных артефактов для кэрри-героев. БКБ всяких на Луне там. Манту плюс, там, не знаю, Дисперсер Скади на Медузе. Ну, может быть, просто манта дисперсия, или что там она будет себе делать. Нага. Пэвис залутала себе уже. Дальше будет грейд в Solar Crest. Опять же, на Луну вешать все это дело, чтобы та била больнее, жила дольше. Где-то вижу, что страдает Бристлбэк. Или не страдает Бристлбэк. Казалось, что страдает Бристлбэк. Но это, видимо, от крипов в очередной раз. Что там по вообще времени? 16-я минута. Дахак бы уже пошел забирать Рошана, если что. Но Дахак ждет не здесь. Дахак ждет в нижней сетке сего замечательного мероприятия. Если он победит еще и Dragon Sports Club, то будет как раз играть с проигравшим этой пары. В центре попытка съесть Ридиса. Ридис живет очень долго, впитывает невероятное количество урона. Успел раскастовать свой ультимейт, также еще и Сэнд Кинг. Нику страдает неимоверно, оказался отрезанным от команды. Мне кажется, эта команда оказалась отрезанным от всех остальных. Конечно, влетает Луна, но у нее пока абсолютно не хватает урона никого. Остается всего лишь два героя. Айк еще и хорошие коги ставит. Луну подтягивают, пытаются разбить очень много здоровья каким-то образом у Луны. Она живет по-прежнему, пытается хотя бы разменяться каким-то образом. У нее это не получается сделать. ПМА остается здесь один против четверых, но его потихонечку раскатит этого рейд-босса сейчас, скорее всего. Он погибает и не забирает никого с собой. Последняя тычка летит по Шторм Спириту. Но то ли там эвейт, то ли чего. Здоровья в любом случае хватает. Это размен 5 в 1, походу. Вот такие дела. ВП выигрывают эту драку. Как это получилось, учитывая, что Нави были под своей башней, и башня их тоже защищала, помогала? Непонятно. Но Нага пыталась поймать, судя по всему, улетающего Шторм Спирита вот этим ультом или что-то такое. Но не получилось. Не шмогла я. Так, ну что, Нага, да что, ну Нага потихоньку будет что-то подфармливать там, где дадут. Это вот как, ну это хотя бы не Бристлбэк в прошлой катке саппортящий, который за игру вообще, по-моему, полезных действий не сделал. Он не может. Какой пятерка Бристлбэк, вы что? Скоро, кстати, начнется вот эта вот тяжелая ПВЕ-пора, когда надо будет забирать Терзателей, Руны Мудрости, Рошанов. Как раз около 20 минут все это происходит обычно. Брист наконец с Аганимом. Честь ему и хвала.
пытается у него отжать фарм. Но Бристлбэк не сдается. Добирает крипов, как только может. На топе какое-то сражение планируется. Стягиваются туда люди. Слышу, что... Не сюда люди стягиваются. Вот сюда люди стягиваются. Хорошо. А Пэймэй страдает очень серьезно. Это минус. Урона, конечно, да. Хватит показывать инвокера, который все только летит. Клокверка. Ну, Клокверка решили здесь оставить. Да, он разменяться никак не сможет. Просто погибнет в размен. Ну, Бристлбэк, понятное дело, более важный фраг. Так что... Все равно в плюс для ВП. Ну и вроде бы... Нави держится по фарму, более или менее. Во всяком случае, Луна. Дальше, конечно, есть некоторые провалы. Вот мы этого Бристлбэка наблюдали, который с трудом фармил... крипов в двойке. Сейчас он уже не настолько сложно этим занимается, но, тем не менее, все равно... Видим, что нетворса у него маловато. Таким образом, можно когда-то пасть еще глубже, проиграв по нетворсу Бэтрайдеру. Философер Стоуны. Для саппортиков. Для трех саппортов. Три из четырех саппортов берут себе философский камень. В качестве нейтралки второго разряда. Нормально, нормально. А Луна продолжает свой фарм БКБ. Остается совсем немного, меньше 1000 золота на БКБ. И тогда уже можно будет сражаться более ожесточенно. При этом БКБ у Шторм Спирита, например, уже появляется. Уже появляется. Так, здесь копали людей. Лассо есть, вытягивают довольно глубоко Нику. И это минус мидер коллектива Нави. Джуниор, конечно же. Ну и продлить бы как-то вот эту всю движуху. Вышку, например, забрать. Раз уж впятером здесь оказались. Вышка тоже многострадальная. Уже ни в одном файте тут поучаствовала. Ну и можно сразу на топ стянуться всей командой. Там и крепочка недалеко, и вышка тоже тир один стоит. Грамотно было бы ее забрать. Успеть к 21 минуте на вражескую руну мудрости забрать и ее. Но мы видим, что ВП предпринимают более... сейвовые попытки пофармить. Медуза себе уже взяла бабочку, кстати. Бабочка. Очень ранний предмет получился. Но теперь в идеале, не давая возможности ответить на эту бабочку, нужно идти вперед? Или все-таки мы подождем еще слот, типа Скади или БКБ на Медузе? В общем и целом, у Медузы-то уже довольно немало денег. БКБ наконец-то появляется также и на Луне. Новые артефакты, правда, команды практически не показывают друг другу. Возможно, сейчас вот смоки какие-то будут реализованы. И мы увидим все-таки попытку найти команду противника. Оповестить ее о том, что смотрите, какое БКБ красивое появилось. Опа! А тут Киритич сразу прожимает ультимейт. Но его цепляют. Цепляют довольно неприятно. А у Киритича и маны еще маловато. В итоге Киритич просто остается здесь отдыхать навеки вечные. Момент нами нашли очень крутой. Медуза вообще без маны каким-то чудом оказалась. И с ней никаких проблем не возникло справиться. Найдена была... в неподходящий для себя момент. Ну и что, Луна сразу начинает долбить Т2? Я правильно понимаю? Вынуждены использовать глиф. Наконец-то забирает себе Dagger Saint King. Теперь есть кому врываться в случае чего. Еще. Кроме бэтрайдеров всяких, например. У Луны после БКБ уже 2000 золота, если что, появилось. Так что Луна все страшнее и страшнее. Опять же, ее до вот этого фрага Медуза даже обгоняла немного. Но сейчас Луна, пофармив Медузу, пофармив вышку и пофармив крипов, опережает на 1000 своего противника.
Такие дела. Ну и смотрим далее. Будут ли еще какие-то попытки реализовать что-то новое? Пока реализовываются стаки. Вполне успешно. Луной. 17 уровень имеется у нее. Бристлбэк 14-го. Там потихоньку Бладстон заваривается. Шард уже имеется. Как только этот шард появился, его почему-то практически никто не забирал. Хотя мне казалось всегда, что он очень сильный. Настакиваешь быстро, больно, страшно. Нам показывают тут перемещение в драку, но саму драку почему-то игнорируют. Вот она. Попытка, кстати, неплохо тут навалять дэмэджа. Пока держит Луну. Держит довольно сильно. Луна уже без ультимейта. Можно попытаться просто улететь. А можно байбекнуться и навалять на развороте? Летит сюда бабка. Ультимейт у нее имеется. Прыжок и очень много урона по саппорту. Минус Нага Сирена. Бабка по-прежнему почему-то не кастует свой ульт. Хотя она сюда не прилетела в итоге. Она отменила телепорт. А зачем вы-то тогда остались? Дабл килл для Киритича. А как так получилось? Летел же герой сюда. Почему он не пролетел-то вот туда? Ну ладно, поймы. Хотя бы попытается сейчас с Антаресом справиться. Но разворачивается спиной. Хорошо, но слишком хорошо форснулся Антарес. Жаль, это ему не помогло. Забирают его, но за это Дайр забирают Аегис. А Медузу теперь нужно будет... дважды каким-то образом отправлять отдыхать. Не совсем понял, да, вот этого момента с бабкой. Ну, вроде бы именно она же телепорт давила. И ультимейт точно был. Но, наверное, в процессе последовал кол, что нет, мы не деремся. И просто не успели отойти достаточно далеко Нави. Ну, вот я это так вижу. Потому что других объяснений у меня нет, как эта драка вот так вот развернулась. Луна, тем не менее, продолжает также фармить. Понятное дело, что за столько времени после изменения карты уже все паттерны того, как должна развиваться игра у Кэрри, они выучены должны быть. Вначале Кэрри игроки очень долго привыкали к тому, как нужно перемещаться. Сейчас уже все становится понятно. От какого кэмпу как двигаться, где больше всего золота и так далее. Минус Терзатель также. Шарт для Ридиса. Найс бонус. Ну а Virtus.pro собираются в центре. Тир 2 их следующая цель. Очень хочется... где-то инвокер кончился. Видимо как раз... А, ну вот тут и кончился. Угу. Шторма, кстати, гем. Его ли это гем? Его ли команда это гем? Или может быть его инвокера только что был изничтожен? Клокверка зацепили. На развороте. Жаль, что мы этих фрагов, конечно, нигде не видим. Но тут я вам, к сожалению, ничем помочь не могу. На топе Медуза в соло пушит вышку. Непонятно, с какой степенью успеха. Ага, распушила. С высокой степенью успеха. Ну и 5000 ЗВП имеется пока что. И можно ли кого-то здесь еще зацепить? Так-то крепочки подходят. Антарес готов цеплять. А там как раз может подставиться сейчас Нику. И он подставляется, мгновенно вылет на него. Минус инвокер, который только что появился из таверны. Только что появился из таверны. Там же он и останется на ближайшие полминуты. А это значит, что можно попробовать тир 3. Там еще и Скади появилась у Медузы, ко всему прочему. Нетворс 18-800. Луна по-прежнему опережает, но Луна сейчас вообще не здесь. И в прямом и в переносном смысле. Она фармит нижнюю часть карты. Судя по всему, ребята решили отдать как минимум тир 3 вышку. Посмотрим, что сейчас будет с бараками. Знают абсолютно точно, что сейчас нет лассо у Бэтрайдера. Но если никак не реагировать, лассо появится. Оно так работает кулдауны. Они реально просто отдадут в сторону, я правильно понимаю? При том, что они впятером живы. Упал милишный барак. После этого решили посражаться. Ага. Угу. Понял. Но нет, Луна даже не решала сражаться. Луна продолжает фармить. То есть, видимо, это было...
сознательное решение отдать сторону. Чтобы Луна могла еще что-то нафармить, может быть, что-то засплитить, где-то покачаться. Какой-то артефакт ей еще нужен для полного счастья. Непонятно какой. Да в смысле, сознание потерял обсервер. Вон, камера же двигается. Нормально. Возможно, это всего лишь инсульт. Драка у нас здесь намечается. Бристлбека стерли просто в секунду. В мгновение ока. Здесь зацепили еще и Нагу. Это даблкил для Сквадикса. Got the juice. Поймали его. БКБ-тэп-аут. БКБ-тэп-аут. Рабочая схема. По-другому тут было не выжить. Инвокер. Да. Уже. Отстает от Бетрайдера. Ну, БКБ себе взял хотя бы. Но очень тяжело возвращаться, когда тебя дважды реально прям на ХГ задушили. Ты, считай, две с половиной, там, около двух минут ты вообще в игре не был. То есть ты где-то гулял, тебя забрали, порезался минуту. Вышел погулять, тебя забрали, порезался еще почти минуту. И все. И вот ты возвращаешься в игру, в которой у тебя уже нету одной стороны. Противник ведет 10 тысяч. И продолжаются сражения какие-то. Напали здесь на Шторм Спирита. Айк улететь успел на тиммейта. Круто сыграно. И телепорт давит в джетпаке. И кажется, успевает улететь. И все действительно разбежались. Никого здесь не поймать. ВП очень дисциплинированно и вовремя отошли. Красиво сделано. Куда полетят Нави в связи с этим? До Рошана еще миллион времени, а Егис упал только вот полминуты назад. Ну, мог бы упасть полминуты назад. И здесь попытка через всю карту пройти к Медузе, что ли? Медуза? Ну, с ней рядом уже тиммейты. Медузу так просто не взять. Бетрайдер, может быть, тогда? Успеет ли среагировать Бетрайдер? Бетрайдер. Реакция Мангуста. А тут Медуза с усилением урона. Покажите нам драку. Вот она, драка. Есть Горгонс Грас. Пруты довольно длительные. Медузе надо отойти, потому что здесь минус мана. Минус полмана действительно есть. Нави сами пытаются тоже продемонстрировать дисциплинированное отступление. И у них, кажется, тоже это получается довольно неплохо. Никого они на отходе не потеряли. Но им мало того, что надо грамотно отходить из драки, им надо еще грамотно выходить с хайграунда. Потому что тут потихоньку пушится оранжевый барак. И, собственно, у него осталось не так много здоровья. Все-таки мы помним, что линия здесь постоянно толкается в сторону сил света. А до Рошана потенциально остается менее полутора минут. Хотя, может быть, и более. Все зависит от желтого таймера. Так-то. Лассо, минус бабка должна быть. Бабку в итоге забирают. Ридис, конечно, ультимейт прокастовал, но не успел никого засейвить как следует. Здесь фарставчик, поэтому Рилуин особо не работает. Подкоп и прокаст от Ноутиста шикарный. Огромное количество урона влетает. Вынужден Годеджус подрубать БКБ. Сквадик, правда, на развороте. Тут решил тоже посражаться. Его немножко подсейвили, отошел. Не докапывается до конца здесь нормально, кажется... Сент Кинг, но тем не менее падает команда Нави, и все меньше и меньше шансов у них каким-то образом здесь вообще сражаться. Забрали еще и Луну, как мы видим. Ну и будут падать строения на хайграунде, дамы и господа. Или не будут? Вообще, походу, не будут. Что-то никто ничего не пушил. Может, крипов не было? Походу, реально крипов не было. А, крипы далеко. На боте стоит тир 2, на топе каким-то образом крипы еще не успели дойти, и вот по центру их только заводят. Так что сейчас можно будет ломать строение. Но тут, помимо всего прочего, есть еще и... глиф. Если очень хочется. Всячески мешает, конечно, Медузе бить вышки. В целом мы видим, что это получается. Клокверк куда-то хукнулся. Кажется, в инвокера он это сделал. Помощи Клокверку особо никакой там вроде как нет. Но она ему и не нужна. А нет, там Сквадикс нормально прилетел, помог. Годлайк на Сквадиксе уже. Вторая сторона в руинах практически. Вынуждены все-таки были прокастовать глиф. Хоть немножко времени еще выиграть. Для того, чтобы Луна резнулась и байбека-то у нее нету. От Сквадикса очередной прыжок на сей раз в бабку. Бабка минус. Минус также и вторая сторона. Теперь можно отойти, наверное, аккуратно.
было получено довольно большое количество денег, можно их реализовать в предметы, плюс вышку в боте надо забить, плюс там потихонечку Рошан уже должен падать, в общем, такие дела. $16,000 преимущества за ВП. Ну и продолжение нападения. О, гоним на Наги. Гоним на Наги, это интересно. Это крайне приятный бонус. Может быть, даже это и поможет. Может быть, даже это и поможет. Ко всему прочему, Луна закупается тоже шмотками. Здесь зацепили у нас Бристлбека. Бристлбек в мгновение просто растаял. Лассо, хукшот. И хватило дэмэджа для того, чтобы просто с ним справиться. 60 секунд без него. 60 секунд без него. Это значит, что реально можно идти пушить. Или все-таки дожидаемся Рошана. В целом до Рошана не так много остается. Что там, минута с небольшим. Медуза, например, уже там, уже в ожидании. Но Рошан вообще появится даже не на нижней части карты. Уже пора перетягиваться наверх потихоньку. Бэтрайдер 18 левел себе. Хочет залутать с этой пачки, вроде как должен получить. Да, 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 да. Есть у него третье лассо теперь. Даггер, фарстаф, БКБ. Ну и будет сейчас еще Тервела. Все очень бодро. Все очень бодро. Получается. Куча денег. Ну что ж, теперь обе команды должны примерно понимать, что Рошан будет сверху. Захотят ли Нави там подраться? Вот в чем вопрос. Тяжело. Вот понимать, хотят ли они там драться. Вообще, я думаю, нет. Байбеков-то у них почти нету. Если Луна, например, там разочек погибнет, то будет совсем ГГ. А так хотя бы с хайграунда, может быть, получится еще как-то откидаться, кого-то выцепить. С другой стороны, выцеплять будут их, потому что бутрайдер в команде противника. Тяжело. Тяжело. Ну и смог вылазка от Virtus.pro, как раз в зону Рошана. Здесь не обязательно находить команду противника, здесь достаточно найти самого Рошана. Нави, кстати, решают все-таки предпринять попытку посражаться. Никого на карте нет. Ни одни, ни вторые никого не видят. И поэтому Virtus.pro отходят очень вовремя, пытаясь найти оппонента. А тут как раз, ревилит, кажется, все это дело. Ноутист уже прыгает в противника. БКБ подрубается. Минус Нага, но Клокверк тоже минус. Ну, Клокверка хотя бы есть байбек. Брейк на Бристлбека. Бристлбека разваливают просто в мгновение ока. Бэтрайдер тоже лопается от Луны, но у него также есть бай. У Луны заканчивается уже ультимативная. Она с хайграунда пытается покерить и что-то навалять. Но в нее прыгает Ноутис. Пытается раскастовать ультимейт. Кастует ультимейт. Антарес тоже здесь неподалеку. Есть лассо. Много дэмэджа. Это будет минус Гаджет Джуз. Это будет минус коллектив Нави. Это будет, скорее всего, минус первая карта. Что-то мне подсказывает. Хотя байбеки пошли со стороны Нави Джуниор. Они очень хотят играть до конца эту игру. Луна за счет того, что успела поучаствовать во фрагах, нафармила себе денег на бай. И байбекнулась, чтобы отпушивать те линии, которые нещадно ломают остатки строений на базе. Ну а здесь падает Рошан. Преимущество взлетает до 22 000. 23, наверное, даже там уже ближе к этому значению. Медуза забирает себе Аегис. Портуется в центр, потому что там есть герои, которых в целом можно попытаться поймать. Очень далеко, кстати, вышел Нага. Видимо, проставили варды. Но Керитич так просто не взять. Он может сейчас найти Луну после бая. Он найдет Луну после бая прямо сейчас. И туда телепорты же должны пойти. Правильно? Или это только иллюзии? По этой миникарте ни черта не поймешь. Луна, наверное, то ли портанулась уже отсюда, то ли что. Было бы круто, конечно, понимать все по экрану, но не всегда нам показывают то, что хочется. Жаль.
О, дабл дэмэдж. Он же Amplify Damage. Заспавнился на нижнем рунспоте. Сквадик его себе бутылирует. Как раз по нижней линии крепочки подходят. И это та самая линия, которую хочется залутать. Рапиру себе берет медуза. Настолько она уверена в своих силах. Рапиросик. Ну что ж, нам показывают Луну, которая тоже хочет себе рапиру. Она немножко не успевает. Там уже подходят к ее хайграунду. Следующая пачка крипов. И Киритич начинает бить. Начинает бить. Где-то ману ему тут сжигают. Ману, кстати, сожгли ему довольно плотно. Маны реально очень мало осталось. Надо как-то ее себе восстановить, попробовать. Там, по всему прочему, еще дизарм был. С рапиросиком дело идет довольно быстро. Вынуждены использовать глиф фортификаций. И пошел она яривать медузка. Так, как все криво сделано. Как все криво сделано. Ну ладно, медузы сейчас попытаются быстро лишить маны и один раз забрать. Но пока не получается этого сделать, абсолютно Луну залассасировали и уничтожили в мгновение ока. Луна без бая, как мы помним, ГГ было прописано. Медуза с двумя рапирами. Луна успела дофармить рапиру, прийти в драку, нанести ноль урона. Ноль урона. Ноль. Ни одной тычки, по-моему, не было сделано. Падает трон.